В общем, песенка называется «Он был день какой-то не такой». Это Светлана Горяева. Что ты включал? Был день какой-то не такой, какой-то суматошный. И все спешили кто куда, и каждый по делам. Ты вдруг заметил девушку напротив у окошка. Она украсила с собой и сцену, и экран. Ее бы унести куда-то на Гавайи, и до утра бродить вдоль моря не спеша. Но даже в этом загнанном трамвае она была безумно хороша. Она как будто бы с небес на ангела похожа. Забилось твое сердце, пронзенное стрелой. Она смотрела за стекло куда-то на прохожих, глазами полными какой-то грусти неземной. И, может быть, ее все разочаровали. И хочется от всех сегодня убежать. Но даже в этом загнанном трамвае она была безумно хороша. Порой так много значит миг, мы поздно понимаем. Ты до сих пор клянешь дела, которые тебя тогда заставили уйти из этого трамвая. И вот теперь ты ждешь ее на остановке зря. И где ее искать, никто, увы, не знает. Готов ты обойти пешком зимой весь шар. Да просто в этом загнанном трамвае она была безумна. Да просто в этом загнанном трамвае она была безумно хороша. Такая романтика, вот в стиле вот